Доброго времени суток, уважаемые подписчики и гости канала. Это видео подготовлено специально для сайта MashMaster.ru и канала «Все о стиральных машинах». Сегодня я расскажу о том, как заменить приводной ремень на стиральной машине Indesit на примере Indesit EWSD6105. Значит, заменить ремень на стиралке на такую очень просто. То есть для начала вы отключаете стиральную машину от всех коммуникаций, там от электричества, от водопровода, от канализации. Вытаскиваете ее в место, где удобно с ней будет работать, и снимаете заднюю крышку, такой технологический люк. Сейчас я вам покажу, то есть вот крышка от него, этого люка, то есть он удерживается на несколько вот таких вот, сейчас покажу, винтиков. То есть обычная крестовая отвертка берется и снимается этот люк. Значит, как только вы люк снимете, значит, вот перед вами откроется доступ к приводному ремню. То есть вот, как видите, он одет на шкив. То есть и он посредством, значит, этого ремня вращается барабан. То есть передаются обороты с двигателя на, получается, на шкив и на барабан. Значит, снять его можно, ну, буквально вот, не знаю, получится у меня одной рукой или нет. Вот раз, и мы его просто-напросто снимаем. Никаких проблем. Вот как он выглядит, этот ремень. Вот, пожалуйста. То есть написано, даже сделано в Германии. Значит, одевать ремень тоже достаточно легко. То есть никаких здесь особенных проблем нет. Единственное, что когда будете одевать, проследите, чтобы он ровно лег на шкив. В противном случае, когда машинка начнет стирать, просто ремень соскочит. И придется заново проводить эту операцию. Значит, я сейчас немножечко подготовлюсь, потому что одной рукой я это, наверное, не сделаю. Сейчас покажу вам, как можно его правильно одеть. Значит, берем вот таким вот образом, значит, сначала одеваем на, так, так, теперь, значит, вот таким вот движением, вращая шкив, мы накидываем ремень на него, поправляем таким образом, чтобы он ровно лег. Вот и все. То есть теперь ремень, как видите, одет. Значит, в общем, даже тут про какие-то нюансы рассказывать, наверное, нет смысла. Тут все достаточно просто. Говорю, чтобы проследите, чтобы ремень лег ровно. Иначе, я еще раз говорю, он в процессе эксплуатации соскочит. Придется заново разбирать машинку и, значит, устанавливать ремень заново. Бывает, что ремни растягиваются, рвутся, то есть, когда будете снимать старый ремень, внимательно осмотрите его на предмет повреждений. Ну, либо просто бывает, что там что-то вы делаете, еще снимаете задний люк, то есть, всегда смотрите на ремень, то есть, в каком он состоянии. То есть, бывает, что вот этот шкив, он деформируется, и в этом случае ремень начинает рваться очень часто, и приходится его менять. В этом случае мастера рекомендуют заменить шкив полностью, иначе вы будете менять ремни там раз в 3-4 месяца, а то и чаще. Ну и дальше вы устанавливаете, значит, технологический люк на место, машинку подключаете и эксплуатируете ее в обычном режиме. Если это видео было вам полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всего вам доброго.